он. Кто говорит слон? Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколада? Для кого? Для сына моего. А много ли прислать? Да пудов это к 5 или 6. Больше ему не съесть. Он у меня еще маленький. А потом позвонил крокодил и со слезами просил. Звонили за чапки. Нельзя ли прислать перчатки нам? А потом позвонили мартышки. Пришлите, пожалуйста, книжки. А потом позвонил медведь. Да как начал реветь. Погодите, медведь, не ревите. Объясните, чего хотите. Но он только му-да-му, а к чему, почему, не пойму. Повесьте, пожалуйста, трубку. А потом позвонили цапли. Пришлите, пожалуйста, капли. Мы лягушками нынче объелись, и у нас животы разболелись. Недавно две газели позвонили и запели. Неужели в самом деле все сгорели, карусели? Ах, умели вы, газели, не сгорели карусели. Ах, умели вы, газели, не сгорели карусели. И качели уцелели, вы газели не галдели. А на будущей неделе прискакали бы и сели на качели карусели. По-прежнему галдели. Неужели в самом деле все качели погорели?
что за глупые газели. А вчера поутру кенгуру. И это ли квартира Майдадыра? Я рассердился, так как зару. Нет, это чужая квартира. А где Майдадыр? Не могу вам сказать. Позвоните по номеру 125. Я три ночи не спал, я устал. Мне бы заснуть, отдохнуть. Но только я лег, звонок. Кто говорит? Носорог. Что такое? Беда, беда. Бегите скорее сюда. В чем дело? Спасите. Кого? Провалился в болото. Провалился в болото? Да. И ни туда, и ни сюда. О, если вы не придете, он утонет, утонет в болоте. Умрет, пропадет бегемот. Ладно, бегу, бегу. Если могу, помогу. Нелегкая эта работа.